полуобнаженные жены Божьи? Женщина Божья не одевается вызывающе, чтобы привлечь внимание мужчин, потому что, поступая так, она рискует утащить этих мужчин за собой в ад. Слова Иисуса ясны. Он сказал, кто соблазнит одного из малых этих, верующих в меня в грех, тому лучше было бы, чтобы ему повязали на шею большой жернов и утопили его в глубине морской. Не заставляй овец Христовых грешить, если ты утверждаешь, что ты христианка, сестра. Ты не знаешь, как трудно мужчинам проявлять самообладание, когда дело касается похоти. Я говорю тебе это с любовью, дорогая сестра. Если ты заявляешь, что любишь Иисуса и следуешь за Ним, остерегайся такого смертельного поведения. Свят, свят, свят Агнец Божий. Будет страшно стоять перед настоящим Иисусом в тот последний день. Сказать «Бог знает мое сердце» не изменит Божьего суда в тот день, потому что все, что находится в сердце, всегда проявляется на поверхности. Мы не можем обмануть Бога. Проверь свои глубокие намерения и остерегайся вызывать грех и бунт против Бога, дорогая сестра. Пусть Господь Иисус хранит своих овец в безопасности. Продолжайте в святости Господа, дорогие сестры.